тот час для души. Здравствуйте, молодой человек. Приветствую на вашей научной базе. Как это могло произойти? Вот черт. Вот прототип, он не настроен должным образом. Но тут ты сам виноват. В данном случае мы имеем дело с рукотворной установкой. Сейчас я попробую настроить прототип. Черт, опять 25. Черт, черт, черт. Кроме тебя некому пойти, пойми это. Я тебя очень прошу, сделай это. Мы все от этого зависим. Это все заводской комплекс. Он притягивает к себе сталкеров, словно магнит. Черт, черт, черт. Вот черт. Уберите! Уберите это мужу от меня! Тварь! Всего наилучшего! Рад был с вами пообщаться. Вот это да! Черт, черт, черт. Вот черт. И так вроде бы все проясняется. Вот это да! Виновато пси-поле. Все, кто попадают в зону его воздействия, теряют рассудок и превращаются в зомби. Теперь ты сможешь пробиться в лабораторию. Это отлично, отлично. Жаль, ребят. Значит так. Мне нужно время, чтобы поразмыслить над некоторыми деталями. Черт. Вот это да. Это дает нам ответы на множество вопросов. Вот это да!